Винорутон – инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения GlaxoSmithKline Healthcare АО, Россия, код ETX-C05701, активное вещество – оксирутины. Лекарственная форма – Винорутон, форма выпуска, упаковка и состав препарата Винорутон. Гель для наружного применения – 2% гомогенный, прозрачный, иногда слегка полисцирующий, золотисто-желтого цвета, практически без запаха. 1 грамм гидрокситилрутузиды, 20 мг вспомогательные вещества, карбомер 4 мг, натрий гидроксид, раствор 30% по массе. 4 мг, динатрильдитат 0,5 мг, бензал коний хлорид 0,05 мг, вода очищенная, до 1000 мг. 40 грамм, тубы алюминиевые 1, почти картонные. Клиника фармакологическая группа. Препарат с венотонизирующим ангиопротекторным действием, фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторное средство, фармакологическое действие. Препарат оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Производная рутина. Уменьшает поры между эндотелиальными клетками за счет модификации волокнистого матрикса, расположенного между клетками эндотелия. Ингибирует агрегацию и увеличивает степень деформируемости эритроцитов. Оказывает противовоспалительное действие. При хронической венозной недостаточности Винорутон уменьшает выраженность таких в ее проявлений, как отеки, боль, судороги, трофические расстройства, варикозный дерматит и варикозные язвы. Уменьшает симптомы, связанные с геморроем, в Т. Часть боль, зуд и кровотечение. Винорутон уменьшает отеки и другие проявления, связанные с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей или травматическим повреждением. Винорутон – гель на водной основе, не содержащий спирта, он легко впитывается, не имеет запаха и не оставляет жирных пятен. Показания к применению: боли, отеки, связанные с хронической венозной недостаточностью, чувство тяжести и боли в ногах, отечность лодыжек, боли после проведения склерозирующей терапии, боли, отеки травматического генеза, в Т. Часть при повреждениях связок, растяжениях или ушибах мышц. Способ применения и дозы. Гель наносят на область поражения утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости Винорутон гель можно наносить под бинты или эластичные чулки. Побочное действие местной реакции, кожной реакции, связанной с повышенной чувствительностью к препарату. Противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к рутазидам или к другим компонентам препарата, триместр беременности. Особые указания: если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лекарственное взаимодействие. В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии рутазидов отсутствуют.